Всем привет! Мы наконец-то добрались на ВК-фест, нас пустили сюда. Вот, суперские ребята нас встретили, нас сразу узнали, помогли, Наташку забрали. Вот, потому что ей тяжеловато, конечно, все эти расстояния. Я поехал дальше машину там припарковывать, это все разгребать. Короче, сейчас наконец-то сможем, надеюсь, насладиться моментом, посмотреть, что здесь происходит, изучить все вещи и встретиться с нашими дорогими подписчиками, которым мы обещали встречу. Ай, хватит выщипывать у папы волосы, пожалуйста! Эй, ты веселушка маленькая! Ой, если честно, он только начался, а я уже устал. Что еще ребенку нужно? Обычная детская площадка, которая стояла здесь до этого. Все, на все остальное нам, в принципе, по барабану. Больше ничего нам не надо. Пытаемся затащить ее сейчас на что-нибудь. Смотри, там мыльные пузыри. Пойдем на мыльные пузыри. Короче, мы пришли на ВК-фест для того, чтобы наш ребенок смог во всякие развлекухи залезть, поучаствовать, развеселиться. Так же, как и наши поездки, в принципе, все вертится вокруг детских площадок и аттракционов. Ты как? Голова кружится. Голова кружится? Может, тебе в тенек? Где? Вот, смотри, тенек. Что, мы не договоримся, что ли, посидеть? Загрузилась. Загрузилась. Так, мы оповестили наших подписчиков. Она мокрая вся. От... Да, Оливия у нас вся мокрая. Глаза, по-моему, Олива, стой, иди сюда. Глаза красные. Все, стоп, передышка. Передышка, глазики красные. Надо воду подвинуть. Так, ну мы пока еще шарахаемся в неведении. Пытаемся найти что-нибудь интересное, помимо мыльных пузырей, на которых мы застряли. Вот, и сейчас главное найти воду, потому что Оливия переиграла в мыльные пузыри. И ей нужно бы промыть глазики, ручки и так далее. А мы не принесли с собой воду, поэтому в срочном порядке сейчас ищем фудкорт. Проблема номер один на этом фестивале с водой. Везде огромные очереди, и при этом уже вода начинает заканчиваться во многих местах. И это прям проблема. Все, в основные моменты мы сделали. Теперь попробуем насладиться тем, что здесь находится, изучить, попробовать поучаствовать. Уже большое количество людей к нам подошло. Очень-очень это было приятно. Мы, к сожалению, в ВК-фестах не все засняли. Нам подарили шикарнейший рисунок. Мы чуть позже вам покажем. Мне прям очень понравилось. Девочка старалась. Вот, сейчас ищем Наташу. Уже объединившись, пойдем дальше гулять. Ой, хоть небольшой ветерок поднялся, шикарно, небольшой ветерок.
Сили мы тут, гуляли, вот блогеров встретили, сфоткались, сейчас автограф будем просить. Да, а я не дам. О, блин, вот облом на самом деле. Удалось увести Оливию от детских комплексов, но она нашла другой подход, в принципе, и поэтому ничего особо не поменялось. Мы все так же еще толком ничего не видели на ВК-фесте. Мне кажется, кроме фудкорта, магазина с водой и детских аттракционов мы ничего больше и не увидим. Что дает вот это? Я вообще не понимаю, да, то есть как отдельный бы... Отдельный вход просто. А, кстати, да, мы не стояли в очереди. Мы вошли по служебному входу. Мы такие, да. Это очень круто, что очень много предусмотрено для деток, зон, и сюда все пришли с семьями, детьми и отдыхают. Это прям очень круто. Вот, но единственный момент, то, что ты отвлекаешься на ребенка, и при этом ты не можешь тогда посмотреть все остальное. Я пытаюсь снимать влог, а она лезет ко мне. Здрасте, здрасте, хотите попасть к нам в влог? Да. Помашите привет. Мы подписчики. Что, фоткаемся, да? Да. Давайте. Что, вас фотографируют? Да, давайте. Блогер, я участник, всего лишь напросто участник. Так, совместную фоточку, ты попадешь во влог. Так, кто еще хочет попасть во влог? Все машем ручками, привет-привет! Это наши крутые все ребята, они занимаются таким же творчеством, как и мы. Да? Блогеры, что ли? Ты, вот меня забанят за это! Ты уйди, все! Как с тобой работать, а? Такое нельзя на YouTube, это да, банят. Давай так еще режем, и, еще режем. И административку нам впаяют. Ты знаешь, что все монтажом делается. А, да? Ну, да, иди тогда ко мне. Давай. Да она говорит, бать, ты с девочкой. Жарко, во-первых. Стой, сейчас фоткаются? Сейчас фоткаются. И когда папа скажет на счет три, цепляйся в ногу, хорошо? Готово? Так, сейчас фоткаются, подожди. Так, 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 секунду. Раз, два, три. Давай, снова. Короче, встретили тут много местных блогеров и знаменитостей, вот, тоже пофоткались с ними, пообщались, очень интересно, вот, а также вот Оливия встретила настоящего пирата, да. Это вообще сногсшибательно на самом деле, найти пирата в современном мире, не в Сомали, вот, поэтому... В Сомали это плохо. И этот пират оказался... нашим подписчикам. А, кстати, да, он сейчас, по-моему, не узнал, да? Да-да-да, поэтому очень круто то, что среди наших зрителей столько людей к нам подходят постоянно. Ну, посмотри, что ВК-клипов. Хорошо, Наташа пошла плагиатить идеи для видео. Алива, блин, бедная, устала. Мороженое точно сидит. Там автограф-сессию проводят. Где? Где-то. Я тоже хочу. Пивера позвали. Нифига себе. И вот она, самая голодная звездочка на этом фестивале. Куда мы идем? Пойдем там полазим, Оливия. Пойдем, разнесем вам какой-нибудь поделил. Здравствуйте. Вы шкафный кот? Нет. А кто вы? А, девушка. У вас тут Мио написано. Вы хотите тоже, но подождите. Там сейчас прыгают. Видите?
Я надеюсь, этот ребенок напрыгается на всю жизнь, и мы больше не поедем в батутные центры. Лера, что такое? Это фотобудка. С помощью фотобудки можно снимать видеоклип. А это ж не будка. Ну там внутри человек сидит, он вот это вот снимает, там все перерабатывает, выкладывает, например. Понятно, да. Все. Здрасте. Здравствуйте, привет. Все, не трогай. Не жарко. Я говорю, и мама не знает, а дети знают. Вот. Дети в курсе. Все, дети есть, все, ей интереснее. Все, давай вас, давай я вас фоткаю. Давай сфоткаемся. Смотришь, что сделаешь? Давай. Ты дочь выросла, с ней фотографируется. Ты башки такие. Все, взрослые нет, а детям, да, хорошо. А ты хоть познакомилась? Устала, да? Тяжело тебе. Ну вот действительно, с ребенком тяжело, хоть здесь. Наверное, прежде всего сказалась погода, я хочу сказать, на самом деле. Потому что было 30 градусов жары, да, ни одного места под тенек. Все развлечения, они направлены на физическую активность. Туда? Ой, смотри. Помощник Маруся. Маруся, привет, иди за меня. Привет, Владивосток. Но мы туда не пойдем. По причине того, что там чересчур громко, ребята. Это прям вообще пипец, на самом деле. Тем более с маленьким ребенком. Мы, кстати, не посетили ни одного выступления артистов, к сожалению. Вот, потому что потеряли много времени на другом. А сейчас уже тоже очень поздно. Мы, по-моему, полностью сет выступления Джарахова простояли только за мороженым. А это примерно полчаса. Мать негодует. Ох, как это тяжело, ребята. Я это... Давайте заведем счетчик. Пишите в комментариях, сколько раз я это сказал за сегодняшний день. А, кстати, чем еще отличается Владивосток по поводу проведения мероприятий? Это то, что вот постоянно приезжают вот такие вот нахлебники, я их называю. На яхту деньги есть, а на билеты нет. Да ладно, шучу, я тоже так хочу, конечно же, на своей яхте приплыть на концерт, послушать его и опять уплыть в закат. Это же красотища просто, ребята. Все-таки детская зона – это огонь, потому что ребенок занят, мать находится на сидушке, а я в теньке. И меня просто это устраивает. ВК-фест. Делайте побольше детских зон. И с теньком желательно. И с сидушками, и с водой. И будет вам красотища и респект вообще полнейший. А я тоже саблю хочу или автоматик? Какого цвета? Желтый. Что можете предложить ценного? Саблю или автоматик? Я умею смешно танцевать. Пожалуйста, господин. Это пошел. Мальчику. Хотел красный меч. Мне надо было эту собачку. А что? А мне и красный меч пойдет. Я вас благодарю. Сейчас девочка попрыгает, и потом ты будешь прыгать. О, она прыгает влево, вправо, влево, вправо. Алива, ты остановишься когда-нибудь? Она говорит, нет, мама, нет. Твоя любимая песня. А ты прыгай, Оливия, прыгай. Знаю мир других мужчин. Мало половин, мало, мало половин. Мало половин, мало, мало половин. Много половин, много, много половин. Я открываю мир других мужчин. Привет!
Привет. Алива, а хочешь поиграть чуть-чуть? Смотри, у меня к тебе будет несколько заданий. Как быстро и далеко ты умеешь прыгать? Как ты можешь? Далеко прыгать можешь? Например, давай с тобой проверим это. Вставай вот на этот вот смайлик. И у меня к тебе задание. Сможешь допрыгнуть до этого? Да, красотка. Ну, это лишь. С вами была Ольга. Попробуем вот на этот. Так, молодец. А на этот сможешь? Так, молодец. Теперь вот этот сочетание. А тебе теперь на слово. Тогда давай на вот это сердечками. А тебе? Чисто нашли нового ведущего мероприятия. Затащила Наташу на батут. Меня сейчас укачает. Кто-нибудь из вас видел токсикоз в действии? Сейчас мы вам его покажем. Мы, наверное, все уже будем завершаться сейчас и двигать потихонечку домой, потому что устали мы, устала Оливия. Вот она, кстати, оборотная сторона. Мы посмотрим этот влог перед посещением следующего ВК-феста во Владивостоке и расскажем, что же изменилось. А может быть, мы уже будем в следующем году на ВК-фесте не во Владивостоке, а может быть в Москве, или в Питере, или в Новосибирске, или в Сочи, в зависимости, куда нас пригласят. Вот. Поэтому это уже, в принципе, окончание. Мы уже топаем за машиной, сейчас заберем ее, поедем, заберем Наташу, чтобы она не ходила слишком много. И мы, наверное, поедем отдыхать, откисать в ванной, принимать душ, потому что я записываю! Потому что мы уже очень дико сильно устали, вот. Сил нет, одни эмоции. Этот влог нужно смонтировать как можно быстрее. Я надеюсь на то, что это произойдет буквально в считанные дни. Приложу максимум усилий. Да, Оливка? Все. Всем спасибо. Всем пока. Ребята, я же совсем забыл сказать спасибо всем, кто к нам подошел, пообщался, сфотографировался. Было очень приятно со всеми познакомиться и увидеться вживую. Поэтому я надеюсь, что вы тоже не разочарованы в этой встрече. Постараемся проводить их чаще. Вот, так что всех, всем спасибо. Всех любим, целуем, обнимаем. И сердечко.